не дождь. Подъезжаем к городу на Корсу Камарай. Ну вот и сейчас перестал немножечко, помедленнее поезд пошел. Что мы в горах. Только что выехали из тоннеля. Страшно было. Наш поезд виляет задом. Все довело в этом году. Все еще никак не пройдет. Оставьте наводнение. Оставьте наводнение. В районе на Корсу Камарай. Вот дома в воде стоят. На Корсу Камарай. Вот вид из нашего номера в Тай-отеле. Мы сейчас по городу гуляем. Тротуаров нет. Как таковые, а растут везде разные растеницы. Так. Магазин тканей. Одна из главных улиц Накона. Естественно, здание банка. Общественный вид транспорта по этой улице. А это дома продолжаются на этой улице. Вот раскрасочка. Каждый дом имеет свою неповторимую окраску. А это иностранец в этом городе. Все на нас смотрят. Это перекресток двух больших улиц. Нету подземного. Есть надземный переход. И все идут, ничего. Вот он как выглядит сверху. Вроде бы душно. Ну ничего, нормально. Только облачность высокая. И вот странная особенность. Много торгуют золотом в магазинах. И народ все время есть. Так что, Люба, это твоя конкурентка. Она вяжет, не глядя. И сейчас решила, начала глядеть. Вот опять большое количество вот этих золотом торгующих магазинов. Зайдем туда пешком. Может быть. Вот. А на этой улице торгуют едой. Можно и купить что-то и поесть.
Я стою прямо на дороге, сейчас мне машина задала. Вот жарят жаренки. А это разгружают. Будет тетка жарить бананы. Кексы бананы. Ну, в общем, блинчики с бананами. Вот на этой большом кругу. Вот так они делаются. Это накладывают. Ну и бери ты. Давай, Коль, бери теперь ты. Коля, это совсем другая вещь. Все равно. А, сколько это? Рис с кокосом с начинкой. Два. Видишь, тесто лежит на тряпочке, на пару. Вот, налила на пару, Коль, накрыла, продолжает париться под этим колпаком. Поштучные их даже. А это вот тех она налепила тоже сейчас каштучники, вот такими рядочками. Как они все красиво делают. Ну и все рассчитано. Вот какая красота здесь живет. Прасинг. Самое древнее изображение Будды в Таиланде находится внутри вот этого здания. Сейчас мы туда пойдем. Вот, вход открыт круглые сутки. Сюда приезжают большими автобусами, много народу привозят. Вот он. Стеклянные коробочки, просинки. На фоне дожди. Мы пошли поужинать. Льет вот так. Сейчас нальет воды в это ведро и помоет нашу посуду. Шаров ужинает. Это мне блинчик жарится. Вот так отправляется тесто. Хоть и дождь, хоть и что, на улице идет торговля. Вот там что-то сладкое. Они уже готовы. Она их порубала. Бери с собой. Бери щелочку. В Самарате на верхних этажах домов у каждой квартиры вот такие дворики. Очень интересно. Дворики. В этих двориках стоит спутниковая антенна, алтарь предков. Вот такие дворики. Против школа. 8 часов, а дети уже учатся.
попала вода, идет дождь птичкой с красночетким бюльбюлем, вот сливает в воду. Во двойке на верхнем этаже. Миг задался опять влажный, с дождем. Мы пошли в Национальный музей. Это внутренний дворик Национального музея. Довольно-таки приятно. Снимать только здесь можно. В самом музее, естественно, нельзя. Правда, вот они в дворике стоят. Повозки, в которых ездил Кинг Рама V. Вот во дворике какие рыбы плавают. Хорошо им тут. Тепло. Коля, а что это? Ну вот, дождь и кончился. Национальный музей. Очень даже миленький. Можно сказать, Ват Суанлуан. Суатлуан имеет такую картину на входе. Это какие-то легенды. В ватах всегда очень красиво для местного потребления. Вот никого нет в монастыре, кроме нас. Это обязательное дерево бодхи. А это храмчик, которым молится. Сейчас мы туда пойдем. Ты же говорил, у буддистов не бывает могил. Там же как ее называют? Прах. Но все равно ты говоришь, что и прах даже не хоронит. Какой веселенький новодел. Хранить прах, это вот старинная граница, менее старинная, а это шибко старинный прах. Вот она, скрытая, богатая жизнь монахов. Вон там бастирушки висят. Это задний двор, келья. А тут, наверное, настоятель есть семейка. А это школа. И эта школа находится на территории храма. Такой храмчик. Симпатичный. Такие украшения на нем тройные аж. Вот
Вот школа. Ученики старших классов вот одеты в такую одежду. И можно, выйдя со школы, сразу поесть. Или поехать домой на Санкт-Тео. Иду студентки художественного колледжа. Замороженный. Замороженный? Ага, вот ты хочешь? Я не знаю. Дождь начинается. Это в городе Клонг течет. Это мостик. И мы идем. Если сейчас получится, Коль, приблизь вот этот шпиль. На этом шпиле, шпиль золотой. Иначе вот такой дождины, постоянные дожди, он был черный. Вот он весь золотой, а на самом верху вот блестит очень большой, каких-то огромных размеров, ну, грамм 300, по-моему. Огромный бриллиант грамм 300. Сюда дети тоже на экскурсии привозят. Вот дети из школы тоже в форме. Ну, как мы поняли, что, наверное, часть – это мусульманская школа. Монахи войдут в кадр. Опять дождь. Ты всех снимать, что ли? Ты чё? Коль. Это очень интересный храм. Вот его вблизи посмотреть интересно. Вот эти вот окошки все разрезные, а внутри вот такие украшения. А потом столбы. Столбы здесь стоят неровно. Намеренно они наклонены к дому. Вот. Что создает впечатление высоты. Не могу понять, вот то ли они вот тут краплены, бриллианты эти. Но в телевик-то было видно. Вот самая главная святыня Накхона. หากเขาได้มีโอกาสเกิดมาเป็นตัวก็คงจะเป็นปลาอีกจำนวนมหาศาลแต่เราเที่ยวกินเป็นกับข้าวเพียงคำเดียวการได้แผ่เมตตาให้สัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเพราะเป็นการแสดงความขอบคุณและให้อภัยต่อกันและกันให้เขามีความรู้สึกว่าเขาก็มีส่วนร่วมในชีวิตของ Все-таки подношения ставят как бы свечки и цветочки в песок. Все это держит вот это вот существо. Вот оно такое, все там наполнено песочком. Гаруда. А это она же в профиль. Красотка. Солнышко вышло, слава тебе. А посильней? Салют.
Окей. Что-то тебя не слушает. Не слышно. Не получается. Попытка. Два раза зарождалась. Два раза. Да, да, да. Пошел гол. Вот так труд. А сейчас что-то звук не идет. Гол. Я его снимал. Опять. Это на счастье. Вот этому Будде тоже надо кусочек золота. Кому? Еще слонику, оказывается, прикрепил. Так,
держит их. Там как река, они сейчас собираются. И река потекла со школы. Батюшки, кто это по вату ходит? Ведь Большаров. А вот сам бат. Бат Пра Суа Муанг Шрин. Веселенький. Поются мантры. Просветленный наш Будда. Служба идет. Этот храм сзади. С другой стороны, если обойти. Это его отличительная часть от других храмов. Вот надо подняться по лесенке, чтобы постучать в этот колокол. Очень мне этот храмчик понравился. Люди там замечательные. И монахи сидят. Почесываются. Одна из главных достопримечательностей на конце Камарата. Стена города.
А это памятник. Основатель, защитница города. Это ансамбль около этой стены. Вот такая зеленая травка здесь сейчас. И все влажненько-влажненько, и тепленько-тепленько, как в лягушатнике. Вот Коля пошел потрогать настоящую древнюю стену. Наверное, получится. Красивый памятник оформлен. Слава Богу, сейчас дождя нет. Все очень весело. Вот так вокруг памятника все красиво. Ну, там вдалеке городская стена. Настоящая. Пойдите узнать, что это. Написано одно, на самом деле это не то. Ну, это не может быть женщина, да, Коль. Не может быть. Руки не женские. Ну, мало ли кто что напишет. Вот она вся стена. Мне как красиво подчеркнули этим газоном. Теперь стало все ясно. Монумент королю Сиддхамарату. А вот мы пришли по улице Сиддхамарат Роуд. Вон она. В честь короля улица та, куда мы пришли. Стена. А вот тут в центре города почему-то корова, ребенок около меня застыл. Папа зовет, а он никак не хочет. Уж больно мы с Колей красивые. И еще на ней тапочки, которые звучат. Вот в таком ракурсе стена у нас не совсем ровная, а сужается. Опять к нам идет. Мама идет. Вот высокая какая стена. Это уже на другой стороне дороги. Старинные. То, что не будут же, зачем им делать вот эти вот все штучки? Это слоник там. Это выступ какой-то внутри стены. Ступеньки. Снимает что-то на кирпичиков.
Мостик прошли. Уже темнеет. Зажглись фонари. Должен знать лицо королей. Это Коль, это Рама Пятый. Я его уже сама увидела. Я уже стала разбираться. Пошел Коля узнавать. Проверять, вернее, меня. Он всегда меня проверяет. Вдруг я не то скажу. Вот он такой путешественник большой. Кто бы думал, что это такое? Как туда мячик попадает? А вот стоят мужики и бьют ножками. Много места не нужно. О, мастер вообще пяткой. То есть футбол, баскетбол какой-то. Попал как раз. Вот этот очень искусный мужичок. Нога ты еще не прямо бьется, а в бок. На щиколотку. Так миленько выглядит туристическое агентство. В этом особнячке сидит дамочка и рассказывает про туристов, про то, куда можно сходить. А вот так народ сейчас вечером все спортом протогорят. Цветка. Просу. Вчера приходили, был дождь, и там синг стоит, древнейший. Но тут началось. Во-первых, в центре гуляют коровы. Во-вторых, мастера мотоциклов. Он что делает? Павильончики рядом. И вот величайшие святыня. Там даже сердце невольно замирает, вот войти вот в эту белоснежную бутон, как бы, и там увидеть самое, что у них красное есть. Вот три Будды на весь Таиланд. При входе в храм куры, курочки, петушочки. Вон, почему это, для чего, в чем дело, мы не знаем.
еще курточка. В основании у входа. Курочка, слоник. А пиколь пошел. Садить. Опять сзади подсвечник в форме какой-то. Вот это утконосово чудище. Понятно, почему при таком освещении белоснежное здание кажется красным. Но очень красиво, когда выходишь на улицу. И эти белоснежные наги у входа. Просто красота. Наги. Вот Будда сидит. Белоснежный, прекрасный. Вот в эту дверку опять синг внутри виден. Ну, вот небольшая ошибочка. В главном здании, вот справа, про сунг. Внутри. Вот начался дождь. И еще какой. Милый, конечно, тут территория такая открыта, красиво, тихо. Все так хорошо.